Тула встречает побратимов. С 13 по 16 ноября в республику прибыли директора и педагоги московских школ. Цель визита – знакомство со школами-побратимами Барунхемчикского и Байтагинского районов, а также обсуждение мероприятий по реализации проекта «Мост дружбы». С 2016 года по инициативе Рособорнадзора Тува является участником и основным координатором межрегионального интернет-проекта «Мост дружбы». 52 школы из 15 регионов страны и 36 школ Тувы стали единым пространством общения на русском языке через интернет. В этом году проект продолжается и расширяет свои границы. 16 школ Байтагинского и Барунхемчикского районов стали побратимами с 12 школами Москвы. Около 20 тувинских школ – побратимами школ Иркутской области. Уже в августе месяце захотели найти друзей-побратимов в нашей республике. Для них были определены 16 школ Барунхемчикского и Байтагинского кажунов. И сегодня мы можем говорить о том, что в этих школах, 16 школ нашей республики и 12 школ Московской области, уже идет планирование совместных действий, совместных подключений. Знаем, что запланирована совместная работа по патриотическому направлению, по поисково-исследовательскому направлению.